Привет! С вами снова Тимур Тюрединов с ответами на ваши вопросы. Но сегодня я не хочу отвечать на ваш вопрос. Сейчас я хочу рассказать просто о программе Work and Travel. Просто вспомнил себя, когда я только решался и не знал, поехать на эту программу или нет. Вот это ощущение мне было безумно страшно, потому что я на тот момент я всего лишь... Я всегда жил всегда под родительским крылом в Астрахани. И для меня большим прорывом было тогда, за год до этого, что я уехал в Казань с друзьями. Ну, это вообще, это такое прям что-то невероятное было. А тут другая страна, нулевой язык. Но в то же время внутри чувствовал, что в этом что-то есть, но что это будет сильно переломный момент. Если вы сейчас размышляете, стоит ли вам ехать по программе Work and Travel или нет. Блин, народ, даже не размышляйте, езжайте. Понимаете, ну, никогда глобальные изменения в нашей жизни не происходят с комфортом. И это такой будет стресс для вас, это такой дискомфорт. Но в то же время вы почувствуете такой вкус жизни, вам будет так интересно. Это новые люди, новые эмоции, новая жизнь, по сути. То есть вот вся ваша прошлая жизнь, она остается в одном месте. Тут вы едете, вы зависите только от себя. Но все равно вы найдете работу, какой бы у вас ни был язык. Потому что будет вокруг куча русских и так далее. Каким бы ни был исход вашего лета там, я понимаю, что всем надо отдать деньги родителям. Каким бы ни был исход, вы все равно получите незабываемое ощущение. Даже если вы отдадите там, ну не знаю, на $500 меньше, ну не убьют ваши родители, я уверен, за эту сумму. Потом уже дома у себя на родине, если что, отработаете. Но, скорее всего, вы отработаете эти деньги. Это в Америке несложно зарабатывать, даже не имея знаний языка. И еще, я знаю, есть у многих такой момент, что родители не хотят пускать. Как вы думаете, вот вы сейчас на меня смотрите, как вы думаете, меня родители с радостью пускали? В моем доме эта тема была вообще запретная. Мне даже ее можно было не поднимать, потому что мне однозначно был ответ один. Ни в коем случае. Что это даже не рассматривалось. Если хотите узнать, как я эту проблему решил, ну, не самая красивая история. Конечно, там есть небольшая грустная часть. Вот, но, тем не менее, меня родители отпустили. Посмотрите видео, которое называется «Интервью с моим папой». Оно находится на канале Тажидинов, на моем основном YouTube-канале. youtube.com/Тажидинов. Или можете набрать «Тимур Тажидинов». А еще лучше внизу под этим видео я дам вам ссылку на это интервью. Если вы действительно испытываете трудности, что ваши родители не хотят вас пускать по программе «Work and Travel», покажите им это видео. Оно специально снималось с этой целью, чтобы убедить ваших родителей, что вам пора менять вашу жизнь к лучшему. Все, я надеюсь, это видео будет вам полезно. Не забываем ставить лайк, подписываться на мой канал. И если хотите, чтобы я ответил на ваши вопросы, пишите их внизу в комментарии под этим видео. Вот, дочь мне уже показывает, что... Уже пора идти домой, она уже плачет. Все, до встречи в следующем видео. Пока.